Мы находимся в деревне Зазерье. Это очень хорошая деревенька. Я ее очень люблю, потому что люди здесь очень добрые, отзывчивые. Марта, а идет снег. Такое уже случалось в вашей деревеньке Зазерье? Случалось, бывало, но реже. Но мы не ждали снега. Когда снег растаял, люди уже здесь навели порядок, высадили цветы, клумбы, обустроили свои все подворья, обновили беседки, озеро, покрасили грибы, которые на подворьях. Вы все сами увидите. У нас уже цветы цветут. Приятная погода. Каждую весну так бывает. Скоро праздники, зацветет все. Покрасивее на улице, и погода изменится. А у вас рассада зеленеет на окнах? Пораж приходит, надо и садить на огород. Насажу, потом лето топчусь. Надо полить каждый цветок, надо помидорку каждую подвязать. А вот не знаю, вот хочется и того сорта, и того. Мой овощ, он меня любит, наверное. Я их люблю. Помидор достали банку. Томатный. Да, давай. Огурчики, блядь, дикие вкусные. Больше чесночку. Маните его кс-кс-него, скажите. Кс-кс. Кисонька, кис. Как урчит-то, а? Как урчит, беда. Ошку ты такой хороший. Откуда взяли такого красавца чаще? Внук привез из Минска. Кто-то выбросил. На дождике огонь пожалел, бабушке привез. Ну, в мешке немножко теплее. Природы нет плохой погоды. Лесная охрана, в принципе, работала и работает в любую погоду. Как видите, заготавливаем тоже березовый сок, немножко в меньших объемах. Самый ценный. Вода-то замерзла, а, ну, а сок с соли самые остались, самый сахар. Я, ну, лед убираешь, и остается самый сахар. Знаете, в этом году это точно. Сегодня день такой снежный впервые. Мы сталкиваемся с катаклизмами природы. Хотя в прошлые годы такое случалось, и березовый сок замерзал у нас при заготовке в сокосборниках, в мешках. Ну, лесники продолжают свою работу независимо от условий погоды. Ну, надеемся, что погода становится и будет продолжаться заготовка сока. Будем продавать. Сейчас я протру камеру и спрошу, любит ли местное население березовый сок. Ну, наверное, любят, разберут, но и пьют. Я тоже его собираю, мама закатывает, пьем с удовольствием. Лучше, чем магазинные? Конечно, лучше. Свое все лучше.
пчелки уже вылетали или не было? Пчелы вылетели уже. Уже мед носят. Снег идет, не может быть. Снежный мед. Да конечно, сейчас со снегу мед берут. Это он шутит, да, Юра? Конечно. Ну вот ульи такие вот, ремонтики делаем мы с нуля ульи. Ну, вот так вот получается у нас все. Работы много пчелами. Не страшно, они же кусаются. Ну, пчела, все кусаются. Пчел просто надо любить, они кусаться не будут, не надо бояться. Пчела маленькая, но не кусачая. Ну, вот так, в принципе, труд большой, но с пчелами приятно работать. Если же какая-то нервная срыва или что, с пчелами работаешь, значит успокаиваешься. Если не будешь, то значит они начнут кусаться. Вот делаем подставки под ульи. А пчелки чувствуют, как вы о них заботитесь? Ну, конечно. Каждое животное и каждое насекомое чувствует. Вот я осторожнее. Тем больше заботы, тем больше отдачи от пчел. Но пчела постоянно труд любит. Не будешь работать, меда не будет. Вот такие вот дела. Здесь раньше... Здравствуйте. Здесь раньше у нас было вообще все затянуто. Болото было страшно. Ну, решили здесь обустроить вот. Я думаю, что это должно получиться у нас. Задумки у нас большие, огромные. Ну, хотим здесь еще одну беседочку поставить, вон там, вон от, специально у края. Ну, еще скамеек поставить и дорожки выложить. Ну, кому надо, кому что хочет, вот беседка, пожалуйста. Тоже же можно отдохнуть у нас. Ну. И все сами? Все своими руками делали. Никто не заставлял? А нет. А кто нас заставит? Не знаю, вот вроде бы вот поглядишь вокруг, деревни умирают, вот это все вот город. Ну, поглядите вокруг, какая красота, да? Почему бы даже взять просто домик, не построить просто на лето даже, чтобы приехали. Ну, только хорошие люди, чтобы приехали. Добрая, душевная, чтобы можно было про что-то поговорить и, ну, чтобы вот эту красоту не портили, будем так говорить. После этого уже красоты, можно сказать, сделал вот такие вот боровички. Это уже, можно сказать, второй комплект. Те уже съели. Да, уже устарели, сгнили, поэтому пришлось их переделать. Какие планы на эту весну? Планы? Вот там он где-то сделать паровозик, типа с леса выезжает такой, на нем в вагончиках посадить таких вот... сделать цветочницы, типа такие вот, чтобы вот радовались такие. Типа поезд вот с мультика, помните, такой вот быть? Вот. Вот что-то такое. Ну а потом в будущем это что-то еще сделаем. Это у нас будет вагончик. Сразу куры. Две свинки. Кто-то вы маленький. Кто это у нас такие тут, а? Кто у нас тут такие, вы? Так. Тачок с носом. Серый кролик тебя нюхает.
живете в Заозерье? А, нет, мы приехали к бабушке. А где вы живете? В Черикове. Ну и где лучше, в Заозерье или в Черикове? В Заозерье. А чем лучше? Здесь свежий воздух, чистая природа. А тебе чем Заозерье нравится? Здесь можно на велику покататься, можно отдохнуть от садика. Я желаю бабушке Саше, тете Ире и деду, чтобы они хорошо жили, чтобы они хорошо работали, чтобы они хорошо очень ели. Людям, которые здесь живут, мы желаем счастья, здоровья, успехов, и чтобы они всегда оставались жить в Заозерье, потому что здесь свежий воздух, чистая природа и добрые люди. Во всех деревнях беседки строят у себя во дворе и прячут их за домами. А в вашей деревне беседки строят прямо на улице, чтобы быть вместе со всеми. Правильно. У нас такая деревня, что проходит у нас вот как бы это старинный шлях называется со всех наших окрестностей нашего Озерского совета. Поэтому у нас много прохожалых людей. Вот, к примеру, мы поставили свою именно первую беседку. Вот это я заинтересовала, так сказать. А потом уже стали остальные. Получалось так, что вот идет прохожий человек, а негде даже спрятаться. Вот заходит, садятся просто от дождя. Были дождь и дальше пошли. Расскажите, как вам тут живется в Заозерье? Здорово. Очень хорошо. Любим мы свою, это нашу малую родину. Заозерье, насколько я знаю, назвали, потому что там у нас вот Святое озеро. Вон там болото такое. Ну, по раньше рассказывали, там стояли церковь. Она утонула, это такая легенда. И стало озеро Святое. Ну и по-старинному называется Святозерье. Святозерье. А, ну сейчас просто Заозерье. Местные мы. Уща. Местные. Че, как вы познакомились с ним? Ну, знаете, это было давно. Пришли и вот. Встретились, короче, по дороге. А его хватит? Мое. И все, вы никуда не денете. А за что? Вы его полюбили? Ой, вы такие вопросы задаете. На что? За ущу. Ну, самый лучший. А вы ее за что? За все. И она самая лучшая. Конечно. Она вкусно готовит. О, самая вкусная готовит, да? Не дал мне Бог на это дело. Пойдешь, попугаю телевизор. Как зовут, говоришь? Чика. Позирует. Боже мой, капли. Что садить будете? Картошку. Цветы. Бульбу по-нашему. Мама любит цветы. Цветы. Где? А, где вот цветы, тут. Где бульбу? Вон бульба, там растет. Там пшеница, он зеленая, а это будет бульба. Там цветы, там растут, там. Ну а тут? Что ценнее, бульба, пшеница, цветы? Все хорошо. Бульба. Когда есть, я к нему это неплохо. Ну так. Скорой и хорошей весны, теплой, дождливой, яркой, красочной. Самое главное – мира над головой, здоровья и счастья. Всем-всем и вам, и нам, и нашим жителям нашего Заозерья.